дико, как хибонита парабибер. Тамарин друг вчера. А Тамарин друг сказал, что тут это... Красиво жить, да? Красиво жить? Я не вижу, что тут красиво. Вон какая вилла, видишь, как впереди. Вилла-то у них вилла, но дороги-то не ремонтируют. Нормальные дороги. Что тут? Ну ты вообще видишь. Вон, блядь. Все под арабский стиль. Пойду они и такие красивые. Все одинаковые, нашлёпанные. А вон впереди-то какие дома большие. Это не Эскула. А я думала, что какой-нибудь Пуэбло будет, а там еще город такой. Поехали. Так. Да, сюда. Не забыл. О, а вот тут красиво. Тут красиво, блин. Тут вот, смотри, тут классно. Тут уже видно, что это приморский город. На Коста-да-Раде находится, видите? Там море я, там видела море я. Я вообще думала, что это какое-то Пуэбло будет. Надо смотри по сторонам, где выйдешь первый попавшийся ресторан. Натали. Потому что это центр. А вот, парк Апитерио, блядь, было. В паре что-то там еду же не дадут. Димонжи. Каталана Асиденте. Так это Каталуния. А почему тут Каталана Асиденте? Это Валенсия. Это Валенсия. Ну здесь, кажется, они вместе все. Каталония. Они все вместе. Кармела Пьедра, Пасрета, Булыш. Вон там ресторан, ага. Надо вот тут пошить. Надо где-то тут припаркнуться. И вот там вот. Скажи испанцам своим, которые не пришли на свадьбу. Bueno. Aunque la boda ha sido perfecta sin vosotros, que sois unos cobardes. Yo he hecho las dos cosas, he hecho una boda perfecta y ahora hago un puñetero viaje perfecto. Con todos los lujos y con todos los extras. ¿A cómo se llama? Luna de miel, ¿da? Luna de miel. Luna de miel, se llama. Вот это путешествие, это Luna de miel, это медовый месяц, да? Luna de miel, да. А путешествие свадебное называется как? Luna de miel. Viajo. Viaje de novio. А, viaje de novio. No, viaje de novio se hace con chofer. А, ну ладно. Con chofer, у нас нету шофера. А мы так приехали. Хорошо, что я курточку взяла. Всю прическу мне раздуло. Потому что сегодня такой ветер, ветрище. Слава богу, курточку взяла. Я еще взяла два платья, но, конечно, не уверена с таким ветром, что я буду их одевать. Леша платит за паркинг. Пенсии уже самой в красивый ресторан сходим, а сейчас пока... Это... Нет. Сейчас их в обыкновенный сходим. Видите, 7 евро тут. Мерлуса. Мерлуса есть. Сепия. Амбургеса. Con patatas и ensalada. Con patatas, con ensalada и мерлуса. Пойдем внутрь, мне холодно. Испанцы все время снаружи любят сидеть, а я люблю сидеть внутри. Во-первых, красиво. А что, Леша, смотри, как круто, красиво. А спроси, накормят, может, мы уж опоздали. Будут нас кормить, ну. Смотрите, вон тут игровые автоматы. Сервеса. Че они будут кормить? А спроси ее, где можно поесть.
Филиппа Каталанского. Блин, вот так не успели. Какие все-таки эти испанцы вредные. Ну что, пришли два клиента, точно могут сделать один салат и быстро мерлузку пожарить. Видите, как здесь круто. Это ведь отель такой. 4 звезды. Агора называется. А тут комида. Так мне же это надо снимать. В общем, мы нашли ресторан, который не закрылся. Леша, ты радуешься? Да. Нет, ну мы же просто здесь тут перекусываем, а уже в хороший ресторан сходим в Валенсии. Мы просто не успели, сейчас и ресторан закрылся. Мы просто выехали попозже. Я не хотел торопиться со мной, но выехали попозже. Нам где-то осталось часа, ну, час 40 где-то до Валенсии. Вот такое меню. Видите, мы вот выбрали за 6.50, видите. Тут еще пиццу можно заказать. Эти вот, ну вот это я вообще не люблю. Эти цены 7 евро. Это 6.50. Алитас де Полио, это крылышки куриные есть. Так, кебаб, арос кон карне, это рис с... Так как это кебаб, то тут свинины нет. Потому что они же мусульмане, они свинину не едят. Но мне нравится это. Вот мы заказали вот это вкусно, так очень я кушал. А слушайте, я же видео еще не поснимала. Нет, поснимала. Да, уже. А я трансляцию делала, видео не сняла, о чем мы тут едим. Вот мы уже тут поели, пивко выпили, трансляцию сделали маленькую. Леша за пивом пошел. Это картошечка была, салатик, и это тернера. Тернера — это говядина. В общем, мы наелись на 22.50, смотрите, вот 22.50, и оставили евро чаевые. Ну, принято, люди, надо оставлять чаевые. Тем более нас хорошо быстро обслужили, да? Да. Ой, как если я не смогла это все мясо. Ну, я решила мясо много не есть. Нам. Пошли. Алеша кебаб с собой взял. Ну и ладно, мне зато вечером... Это не кебаб, это дурум. Ну, дурум. Зато вечером не надо это. Вечером. Мама взяла, но маловато, это для нее. Да, я там салатик взяла и... Это, она же у нас вечно какая большая, на самом деле такая красивая. Смотрите, какой он худой. Вот где справедливость, а? Он столько ест. Как сломанный. Ну ладно, идем гулять. Представляете? Вышли мы из ресторана. Да, класс. Не надо, я прошу, она сейчас будет ржать, твоя дура. Чтобы это не выпустил, иначе я камеру забьем. Если напишешь, я все забываю. Вырежь. Так, Леша, посмотрите, какие здесь цветы. Как... Ой, как красиво. Пойдем по центру. Ой, слушай, так красиво. И вот Ильяс, если Ильяс будет смотреть, Ильяс, смотри, здесь по-другому все. А там утка сидит. Ну, Леша, ну пойдем на утку посмотрим. Бумба, тут машина есть, какая утка. Ну, что, тебе жалко, что ли? Вот... Нельзя здесь так переходить. Можно. Здесь полицейский. Вот. А где переход? Я хочу на утку посмотреть, вон она сидит там. Ну что? Далека нажми приближение. Ну. Так я хочу еще там водоем посмотреть. Нельзя туда заходить. Чего она так спит и даже не шевелится? Вот вы вот мне все время пишете, что вот у вас такие отношения. Вот я включу камеру, и Леша начинает орать. И что вот я с этим сделаю?
ты не хочу, чтобы ты попала в передряху за утку. Да неправда, вон тут дорожка есть, знаешь, вон там еще одна утка. Давай, все, я ничего не знаю. Я ищу переход, и я буду снимать уток. Здесь нету перехода, это утка. Люди, смотрите, эти утки, они наплавались. Тихо, осторожно, Гарюша. И они вот наплавались, и такая красавица, смотрите, какая белая. Сидит и маконька такая. Сейчас она приготовилась уже шипеть на нас. Вот так. А вот это здесь водоем, где они, видимо, плавают, но они устали. А там рыба. Слушай, Лёша, смотри, какие рыбы большие. Они, видимо, наплавались, устали. О, ничего себе, какие рыбы огромные. Пойдем. Блин, надо было этот хлеб, который мы не доели, взять с собой. Ну что все время хорошая мысля приходит опосля. Лёша, давай твой кебаб положим в мою сумку. Ну что, давай. Нормально положи. Давай перейдем на ту сторону, да, аккуратно. Давай, иди сам. Красота. Да не задавит хорошего, не остановится. Это же не Россия. Как красиво. Слушай, Лёша, здесь совсем другой цвет у моря. А вон трамвайчик. Такая бухта, смотрите, какая красота. А вот этот старый город, ты думаешь, там? Там красиво, смотрите, замок тоже есть. Пошли, что у нас же есть еще? Подожди, я сейчас море поснимаю. Всего 2 минуты море. Смотрите, песок тут. У нас галька мелкая такая, а здесь песок, да, Лёша? И вот она, бухта. И море, блин, такое красивое, такой цвет у него. И вот видите, волны такие маленькие, это значит, там не глубоко. Вот когда так стелятся волны, это не глубоко, значит. Так что вот это Коста-Дорадо. Да, Лёша? Это уже не Коста-Дорадо. Не Коста-Дорадо. А как это называется? Коста-Азахар. Ну хорошо, Коста-Азахар. И здесь это вода теплее, да, чем, да, чем у нас. И не так глубоко. Ну пошли лучше. Я пойду вперед, а ты пойдешь пешком. Пошли пешком, хорошо, надо ходить пешком. Ну, и давай до старого города ты уже ее... Потому что иначе у тебя...